Это вот так он лежит на столе. iPhone за 70 тысяч. Всем привет, с вами снова Александр Мордынский, очередная распаковка посылочек на моем канале. Сегодня у нас находится вот такая вот здоровая посылочка. Здоровая посылочка с AliExpress. Самое прикольное, знаете что? На этой посылке выпечатаны все товары, которые я купил в нее и положил. То есть такая портянка. Данная посылка шла мне 25 дней с AliExpress. Все ссылочки на все будут в описании. Давайте же посмотрим, что у нас здесь и каким оно качеством. Ну, пахнет не сильно голимым Китаем, а здесь у нас находится вот такое вот обильное количество просто вот. Все разлетелось к херам. Собственно говоря, здесь находятся провода. Поставьте обязательно 5 лайков и спасибо продавцу. Ну, смотрите, пострадала, да? Пострадала определенно коробочка, конечно. Здесь у нас находится обильное количество проводов. Сейчас я вам все покажу, все расскажу, что, зачем, почему и для кого. Собственно говоря, здесь для меня и... Что-то такое чувство, что как бы мне не все прислали, вроде бы сильно далеко ничего не разлетелось, да? Итак, поехали. Я заказал кабели для себя. Почему? Потому что сейчас покажу. Я давно уже пользуюсь кабель-менеджментовым таким вот пакетиком, который мне подарил интернет-магазин TomTop, можно так сказать. И здесь у меня лежат различные кабели, да? Выглядит это не очень, потому что этот кабель от Motorola из 2011 года, этот кабель от Nokia, этот кабель от Zoom H1, здесь вообще что-то непонятная лапша. Я хочу привести все свои кабели к одному типажу. Смотрите, мне дали в подарок чехольчик. Чехольчик Topk Charging Cable Storage Bag. Для кабеля дали чехольчик. Собственно говоря, я хочу привести все свои провода к одинаковому виду, и поэтому я заказал вот такие вот топки. Ни в коем случае не реклама, просто я лазил по Алиэкспрессу, искал нормальные кабели. И вы знаете, нормальные кабели стоят в среднем около $10. Эти, по-моему, стоят по $3 за штуку. Я, в общем, заказал себе обильное количество. Давайте посмотрим. Давайте начнем сначала с чехла. То есть вот это вот чехол. То есть здесь просто вот как бы вот такая вот россыпь. Вот этот вот чехол стоил он, по-моему, что-то $5, что ли, или пару долларов. Как вы знаете, да, я обычно обсираю тех, кто покупает дорогой iPhone там за 70 тысяч и покупает в итоге дешевые чехлы за там $1 с Алиэкспресса. Но поскольку я не любитель чехлов, я решил себе заказать самый дешманский, самый убогий. Но смотрите, я могу сказать, в принципе, что он как бы по качеству-то очень даже неплох. То есть он сверхтонкий, я не люблю толстые чехлы, и вообще я не люблю чехлы, потому что они толстые, толстят телефон. Здесь у вас сверхтонкий чехол, сейчас вот так вот от пузень протрем, и... Неправильно засунул. Надо начинать с верхней части. То есть верхнюю часть засовываем и нижнюю. То есть, как бы, этот чехол совершенно iPhone не полнит. То есть он выглядит более чем достойно и решает самую большую проблему. Знаете, какая была самая большая проблема у яблока? Сейчас покажу, расскажу. У меня вот яблоко. Я, допустим, давайте его достанем из чехла. Это вообще возможно? Что за чехол такой? Как-то не хочет доставаться ничего. Ничего не вылазит! Короче говоря, чехол одноразовый. В общем, проблема там была в том, что, допустим, ты его кладешь на стол, листаешь утром Инстаграм, и за счет того, что камера здесь выпукла, и здесь ничего не выпирает. За счет этого iPhone вот так вот по столу делает. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Давайте все-таки я попробую достать. О, получилось. И показать эту проблему. Смотрите, ты его кладешь и... Слышите, да?
Это вот так он лежит на столе. iPhone за 70 тысяч. Чехол, в принципе, качественный, знаете, не будет собирать пыль. И ну, он реально тонкий, как бумажечка. Я за счет этого его и взял. То есть сначала, я теперь понял, сначала засовываем часть с кнопками, потом прижимаем в этой и в этой. И самое, что клевое, здесь чехол цельный. Здесь чехол цельный. То есть как камера. О, здесь чехол цельный. Объектив реально радует. Объектив крутой. Фокус наводит куда я хочу. А здесь такие две маленькие прорези, чтобы телефон влез. Классный чехол. Проблема решена с утренним инстаграмом. Давайте посмотрим, что здесь. А, здесь зарядное устройство на 3 или на 2 USB порта. То есть сейчас опять-таки Саня прибежит и вам все покажет. Собственно говоря, Саня после приезда из Китая не имеет ни одной зарядки на нашей розетке. Я просто вот не могу. У меня вот такая вот одна зарядка китайская для камеры Sony. Но сейчас я продал свой MacBook, и переходника у меня нету, поэтому я свои устройства заряжаю либо от компьютера, либо беру где-нибудь зарядку. И, собственно, я здесь заказал зарядку, где мой ножик, заказал зарядку. Давайте посмотрим. По-моему, она на 3 порта обещана, один там с Quick Charge обещан. Стоит она что-то тоже около $10. Смотрите, коробочка не воняет. Не воняет китайщины. Коробочка такая презентабельная, согласитесь. Здесь какая-то бумажечка выпала. На английском... А, гарантийная карта. Гарантийный талон, но он никому не нужен. Давайте достанем зарядку. Вот эта штука, этот пенопласт, он, смотрите, какой, он поналип на зарядку и выглядит так себе, да? То есть зарядка... Трехпортовая. Зачем она мне? Да за тем, что просто, смотрите, у меня Samsung, это USB-C. У меня iPhone, это Lightning. У меня камера Sony, это micro-USB. У меня iPhone 4, это старый 30-контактный Apple порт. И нам она, знаете, она очень легкая, не вызывает доверия. Вот реально, как бы она слишком легкая. По сравнению даже с Sony вес приблизительно одинаковый у этих двух зарядов. Но тоже это топк. И видите, здесь написано у нас автоидентификация 3,1 ампер. Она должна выдавать. Ну, я не знаю. Я сниму ее на телефон, скорее всего, выложу ее в Instagram. И там вы можете посмотреть, как она работает. Я не вижу здесь никаких светодиодных индикаторов, но в целом собрано качественно. То есть данная зарядка мне пригодится, просто я ее воткну в розетку, и у меня будет там 3 порта постоянно, не будет требоваться с одним USB перетыкаться. Посмотрим на качество. Сейчас я не хочу пока на это смотреть. Так, здесь у нас кабель. Какой здесь кабель? 1.8 for iOS, USB-C, micro-USB. Короче, таких кабелей я взял 3. Но судя по тому, что я вижу... Китайцы мне решили засунуть все в одну коробочку. Давайте я просто открою AliExpress. Открою я AliExpress, нажму мои заказы и посмотрю, что я все-таки заказал. И мы с вами пройдемся по всему тому, что все-таки Саня заказал. В принципе, пока, знаете, чехол радует. Зарядка, ну зарядка как зарядка, ничего от нее пока не могу сказать. Так, вот мой заказ. Давайте поглядим. 3 кабеля обыкновенных и 3 кабеля плетеных. Да, то есть смотрите. Но почему... Ничего не понимаю. Смотрите. Здесь у меня получается 5 коробочек таких и одна такая. Давайте смотреть. Может, китаец меня наебать решил? Потому что вот смотрите, я как бы реально открою вот раз... И 2. То есть, да, я заказал 3 плетеных и 3 плетеных. То есть, как бы я заказал их разных цветов. То есть, 3 желтых у меня должно быть и 3 пеньян. 3 черных, похоже, должно быть. Ладно, давайте смотреть. Коробка у одного только презентабельного вида. Приятная очень упаковка. И давайте поглядим, что здесь. Так. Как бы здесь все.
кабель, гарантийный талон на кабель. Пакетик, смотрите, даже фирмовый пакетик, топк. Вообще, этот самый объектив меня радует просто. Смотрите. Классно. Micro USB. Он тоже, смотрите, на нем надпись топк. Вот так вот фокус придет. Придет, должен прийти. Во. Надпись топк. Вот это вот выполнено из кожзама или из кожи. Она отщелкивается вот так. И длинный провод. Это 2 метра. Короче, 3 кабеля 100 сантиметров, 3 кабеля 180 сантиметров. 180 сантиметров. Почему? Потому что сейчас у меня пауэрбанк. Давайте я просто вот это сфотою и покажу вам в видосе, как это выглядит. То есть камера. Вот так. Вот так это выглядит. У меня просто пауэрбанк, длины провода не хватает, и он висит на USB-порте. Игорь, когда заходит, он говорит: «О, ужас, Саня, USB-порт, ему же жопа». Вот это для камеры Sony. 180 сантиметров, чтобы пауэрбанк можно было засунуть куда угодно, хоть на пол положить. И он изготовлен очень круто. Вот эта штука, я не знаю, как это на камеру передать. Короче, смотрите, вот эта штука, строчка, она реально строчка. Вот эта вот коричневая фигня, идущая на проводе, это реально строчка. Прям чувствуется. И он как бы джинсовый ощущается. Чуть-чуть пахнет резиной, но в целом неплохо. Здесь у нас типа позолоченные USB-контакты. Сделан хорошо, сделан качественно. В этой части чуть-чуть усилен. Так, ладно, первый провод отложим в сторонку. Поехали. Единственное, чего я не могу... Смотрите, у них даже группа ВКонтакте есть. У них даже группа ВКонтакте есть на проводах. Я им обзор скину. Единственное, USB-кабель. Storage life 3 years, гарантия 6 months. Короче говоря, полгода гарантия и 3 года он должен работать. Единственное, вот я не понимаю, премиум USB-кабель. Смотрите, все коробки премиум USB, на коробках не написано. На коробках не написано, какой кабель. То есть, если ты как бы заказал коробки на продажу в свой магазин, допустим, там, ты не поймешь. И почему только одна коробка красивая, а все остальные такие убогие, я не понимаю. Так, убираем коробочку в сторону. Точно так же фирмовый пакетик, точно так же гарантийный талон. И, ну вы смотрите, вообще классно. Это, по-моему, что там кто-то звонит? Да, точно такой же кабель. Точно такой же кабель по... Давай, Sony. Sony, я в тебя верю! Фокус! Ладно, не хочешь, не надо. Точно такой же кабель USB-C. Тоже надпись топк. Тоже надпись топк. Тоже кожаная вот эта вот штука. И, по-моему, тоже он на 180 сантиметров. Офигительное просто качество изготовления концевика USB-C. Ну, давай, Сонька. О! То есть просто кабель изготовлен отлично. Претензий никаких нет. И его запутать достаточно-таки тяжело, потому что он очень толстый. Не рвется, не растягивается. Толстый кабель. Это хорошо. Так, 180 сантиметров это я сюда отложу. Давайте поедем дальше. То есть там должен быть... Каких-то проводов я должен был заказать несколько штук. Дабы отдать Ваньку один еще. Так. Точно так же коробочка, гарантийник, пакет. И здесь, да, здесь вот этот провод Lightning. То есть это здесь 180 сантиметров на Lightning. В принципе, выглядит очень хорошо. Единственное, что как бы вот, ну вот это зачем? Почему оно перекосилось так некрасиво? То есть вот у нас Lightning. Наконец-то у меня длинный лайтнинг, и я смогу... Один у меня будет, допустим, длинный в рюкзаке лежать, второй длинный у меня будет на зарядке торчать, чтобы я мог пользоваться телефоном в кровати, когда он заряжается. Качество изготовления конца, оно как будто бы в клею, то
То есть его нужно немножечко оттереть. Давайте сразу Lightning воткнем в комп и проверим, будет ли работать iPhone, потому что если кабель Lightning совсем паленый, то iPhone не будет заряжаться, не будет подключаться. Он выдаст, что устройство не сертифицировано. Зарядка идет, передача данных открылась. Никаких претензий. Данные провода, насколько заявлено, выдерживают 2 ампера. То есть это не супер быстрая зарядка, там под 9 ампер они вряд ли выдержат. Так, три кабеля. Micro-USB, USB-C и USB Lightning. Мы заказали 180 сантиметров. Теперь давайте посмотрим. Здесь уже прям намного так различненько. И 100 сантиметров. 100 сантиметров я положу в этот кабель-канал свой, кабель-менеджмент, то есть сюда, чтобы просто у меня с собой всегда была зарядка в рюкзаке для любого устройства. Ну, такое бывает не раз, мне говорят, типа, Саня, дай пауэрбанк. А я говорю, у тебя какой? А я говорю, у меня USB-C, а у тебя? А он говорит, micro-USB или Lightning. Я такой, ну, блин, чувак, а ты провод с собой не взял, да? Точно так же, гарантийник. Смотрите, этот золотой, этот такой по-цыгански сделан. Это USB-C на 1 метр. Реально, претензий к USB-C вообще ни одной. Он изготовлен просто идеально. Он даже защелкивается. То есть, прям, слушайте. Он как надо вставляется. USB-C. Читайте. Он пишет, проверка порта на порте зарядного устройства, обнаружена влага. Убедитесь, что оно абсолютно сухое. Следовательно, там что-то, либо капелька клея оставалась. Но здесь, смотрите, этот провод уже дешевле, и на нем нету хлястика из кожи. То есть здесь вот такая вот пластмассовый хлястик, тоже в хозяйстве пригодится. И здесь у нас всего лишь метр. Этого достаточно, чтобы пользоваться пауэрбаночкой. Достаточно, чтобы зарядить в любое время ваше устройство. И никаких претензий к нему нет. Единственное, что почему сработала защита от влаги порта на Samsung. У Samsung все-таки там как бы датчик на замыкание. Все прекрасно распознает. Так, второй провод. То есть я не понял, почему только одна коробка была красивая. И две хреновые на вот этот кабель. Здесь у нас Lightning. Какие-то дети сумасшедшие прыгают. Здесь у нас Lightning. Не должно быть никаких проблем. Опять-таки, я просто воткну в компьютер. Я не знаю, может быть, в компьютер оно всегда будет работать. Но на зарядке я более чем уверен, что оно тоже сработает. Втыкаем в наш iPhone. А здесь что? Здесь заработало, но почему с задержкой? Здесь у этого провода какая-то задержка. Обеими сторонами работает, но реально как бы задержка. Я не знаю, в чем прикол. Провод, казалось бы, короче. Изготовлен точно так же. Странно. Пока для меня загадка. И крайний проводочек. Это уже вот такая вот помятая коробка. Здесь у нас должен быть micro-USB. Micro-USB. Да, micro-USB, пожалуйста. Это для будет для... Ну, просто, мало ли у кого-нибудь еще micro-USB остался, такие люди еще есть, не удивляйтесь. И, собственно говоря, что мы теперь делаем? То есть, вот они все мои три проводка, допустим, да? То есть, вот micro-USB, там, USB этот самый... C, я вот так вот их складываю, то есть они должны выдерживать такое складывание. Беру свой этот кабель менеджмент и достаю отсюда, допустим, вот micro-USB мой от Motorola. Ему уже там, он с 2011 года у меня, если я не ошибаюсь. Здесь у меня для Nokia, здесь у меня для micro-USB еще какой-то галимого качества. Здесь у меня USB-C Nilkin, рекомендую их провода. Здесь у меня... ОТГ, ну ладно, ОТГ тоже вынул. И здесь ОТГ. Короче, вот так. И теперь берем, то есть вот он, у меня micro-USB. Так. Я его засуну куда-нибудь сюда. И
момент истины он входит хорошо. То есть вот, раз, вот у меня, допустим, этот самый Lightning, чтобы не мучиться с ним никогда. Единственное, что я их пытаюсь сложить, они пытаются сразу скрутиться. То есть они должны были бы как бы полежать, но да ладно. Здесь у нас Lightning, который я всю жизнь называю Lightning. И здесь мы складываем наш USB-C, потому что, ну, USB-C, он всегда пригодится. Сейчас все переходит на USB-C. Panasonic перешел на USB-C. В новой Sony Alpha 9 USB-C. Во всех Samsung'ах уже тоже USB-C ставят. И я более чем уверен, что следующий iPhone будет тоже с USB-C. То есть его мы тоже куда-нибудь сюда вот так засунем. Собственно говоря, с вами был Александр Мордынский. Все кабели топ, как мы можем наблюдать, работают. Все они сделаны очень качественно, но единственное, что я бы рекомендовал, по-моему, давайте вот посмотрим, какая у них цена. Так, вот раз, вот два. 3,69 и 2,69. То есть разница 50 рублей, но 50 рублей ты платишь там различия по длине, то есть чем длиннее, тем дороже, это раз. И вот эти вот кабели плетеные, ну то есть вот так вот, согласитесь, будет лучше. Мне нравится. У меня зато будут здесь все, на все случаи жизни, провода. По одному метру достаточно. Собственно, с вами был Александр Мордынский. Ставьте лайки. Вот такой вот мешочек еще для переноски кабеля. Но, скорее всего, я в него буду класть зарядное устройство, если вдруг буду его куда-то брать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Никому не спасибо, я купил это за свои деньги, без каких-либо скидок. Но если вдруг компания Топк захочет со мной посотрудничать, все контакты найдете о канале. Пока могу рекомендовать. Единственное, но вот эти провода с кожаной закладочкой мне понравились больше. Они длиннее, они мощнее и круче выглядят просто. Всем удачи и пока.